Добрый день, меня зовут Николай Ефимов, я специалист по недвижимости агентства «Недвижимость Сова». Мы сегодня с вами находимся на жилом комплексе «Квартал Московский». Данный комплекс состоит из двух домов «Омега» и «Альфа». Дома с переменной этажностью от 17 до 5 этажей. Данный комплекс находится в очень удобной транспортной развязке вблизи Московского тракта. Также за комплексом находится в шаговой доступности образовательная школа номер 88 и детский сад номер 166. А теперь пройдемте посмотрим планировочное решение от застройщика. Сегодня мы хотим показать четырехкомнатную квартиру с кухней-гостиной. Пройдемте внутрь. Огромный санузел. Получается, санузел сделан под плитку. Обязательное расстояние, гидрозащита получается. Прямо у нас получается либо спальня, либо детская комната. То есть она идеально подходит по квадратам, по размерам, под кровать, рабочее место. Также у нас еще одна комната. Они примерно одинаковой квадратуры. Получается, с выхода с этой комнаты расположен еще гостевой санузел. Его можно использовать как гостевой санузел, также его можно сделать как гардеробную. И крайняя комната получается с выходом на лоджию. Расширенные окна в квартире. Очень светлый. Получается выход света на две стороны. В квартирах очень светло, по крайней мере в этой. А здесь представлена кухня-гостиная, почти 19 квадратов. Высота потолков 2,72. Здесь размещаются, сразу сделаны выводы под электрическую плиту, вытяжка. Также из санузла заводятся трубы для подачи воды. В квартире также представлено, вот как она будет сдаваться. Квартиры будут абсолютно выглядеть так. Единственное, только еще будут подоконники на окнах. Ровные стены, выровнены под маяк, оштукатурены. Ровная стяжка пола. В квартале на Московском представлено более 30 планировочных решений от застройщика. На данном примере трехкомнатная квартира с кухней и гостиной. При входе большое место под шкаф-купе. Прямо у нас комната 14 квадратов. Она представлена застройщиком как спальня. И получается комната отдельная с выходом на балкон. Она тоже 14 квадратов. Тут на самом деле очень прикольно сделано то, что два выхода на балкон. С кухни-гостиной также выход на балкон. Лоджия просто огромная. Расширенное пространство кухни. И раздельный санузел. Получается большая ванная. Застройщиком рассматривался модель расставления всех предметов в ванной комнате, то есть, ну, вплоть до стиральной машины, и очень большое пространство для перемещения остается. И также отдельный туалет. Очень удобно при семейном выборе квартиры, получается, что раздельный санузел. И вообще мне нравится, что много места при входе, то есть если к вам пришли гости, знакомые, не будут толпиться на входе, то есть спокойно снимают обувь и проходят на кухню, в гостиную. Она предназначена для встречи друзей, родственников. Также представлена еще трехкомнатная квартира с кухней-гостиной. Получается, акцент вообще комплекса сделан на семейное приобретение квартир. То есть очень функциональные планировки с нишами под шкаф и купе, широкими коридорами при входе. И кухня-гостиная, это прям фишка.
этого застройщика, делать удобные кухни, потому что это мечта любой хозяйки, и очень удобно встречать гостей и проводить время. Это кухня-гостиная, также с выходом на лоджию. Лоджия получается здесь широкая, то есть, ну, ее можно, в принципе, использовать тоже очень функционально. Еще хотел бы отметить очень хорошую шумоизоляцию, то есть сейчас у нас закрыто окно, и мы не слышим вообще, в принципе, проезжающие машины с дороги, хотя она расположена не совсем далеко. Также комната под детскую. Она получается 9 квадратов. И крайняя комната возле, также раздельный санузел, туалет, ванная. Все абсолютно туалеты, ванны с гидроизоляцией, чтобы вода не пробежала. И крайняя комната, это планируется как спальня для родителей. Популярное планировочное решение 40 квадратов, евро-двушка. На входе у нас получается коридор просторный, санузел совмещенный. Помещается все вплоть до стиральной машины. Спальная комната правильной формы, 11,8 квадратов, почти что 12, высотой потолков 2,72 и расширенными окнами. И самое интересное, это кухня-гостиная. Да, очень прикольная кухня-гостиная с большой лоджией. Выход на лоджию с кухни. А также в квартире, абсолютно у всех квартир в этом комплексе будут установлены видеодомофоны и входная сейфовая дверь. Мы можем показать любой жилой комплекс от любого застройщика города Тюмени. Вы можете подписаться на наш профиль, либо написать в директ.